Тыкву, которая весит 893 килограмма, удалось вырастить жителю американского Орегона. Гигантский плод он выставил на ежегодный национальный конкурс в Калифорнии, который проходит в преддверии Хэллоуина. И в итоге получил первый приз – $12 000. Правда, мировой рекорд американец побить не смог. В прошлом году его установил житель Швейцарии, который представил на европейских соревнованиях тыкву весом больше тонны. Как добиться в садоводстве таких впечатляющих результатов, фермеры не признаются, но можно предположить, что одним только поливом в этом деле не обойтись. Thank you.